не ради спортивного интереса, карабкается по скалам Манаф Мамедов. Происшествие вроде незначительное, но именно из таких дел и забот складывается работа чабана. Так, сберегая поголовье, выбирая лучшие пастбища, трудятся чабаны колхоза имени Кирова в Азербайджане. Шалал, Мурат, Манаф, а фамилия у всех троих одна – Мамедовы. На попечении братьев чабанов Мамедовых находится 1500 овец. Эта отара дала колхозу за год 30 тысяч рублей дохода.